Добрый день. Станислав, скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь с детьми, обучаете их чему? Движению. Можно сказать, правильному движению. Хотя у них тоже много чему можно поучиться. Это понятно. А вот сколько лет вашим детям? Моим детям 2,5-3 года есть. Вот и побольше. И где-то до школы. А сколько их у вас группа? Какая группа у вас детей? У меня сейчас в настоящий момент две группы. Одна человек 8-12 примерно. Ну, когда ходят, когда как. Это самое. И другие, это значит 3-5 лет и где-то 5-6 лет вторая группа. Вот такая примерно. Это мальчики, девочки, это кто? В основном девочки, как ни странно, как мне не обидно, на йогу, вот на группу здоровья. Женщины почему-то больше ходят, они больше как бы заинтересованы в своей красоте, что ли. Мужчины, очень мало мужчин, очень. Вот где они находятся, я не знаю, чем они занимаются. Понятно, понятно. Ну, вы, наверное, знаете родителей этих детей, которые приводят? Конечно, конечно, конечно. Вы знаете, наверное, родителей мальчиков. Вы у них не спрашивали, у этих родителей, почему они мальчиков не приводят? Понимаете как? Ну, мальчики вроде как... Я по себе знаю, я сам в танцы пришел, там, давно уже, в 60-м году начал танцевать. У меня какой-то был позыв сверху, я не знаю, я хотел заниматься акробатикой, и как-то вот мне сказали, акробатики нет, а вот иди в танцы. И я вот так получилось, и попал на полжизни, можно сказать. А как остальные приходят, мальчишки обычно дзюдо занимаются там, какими-то вот такими. А я считаю, что есть такое выражение хорошее, я за него зацепился, что... Хореография, вообще танцы, движения – это прививка успешной жизни ребенка. То есть ребенок, который занимается у меня, ну как не у меня, где-нибудь вообще, у него больше шансов быть успешным, потому что он социализируется, он смотрит, как-то жизнь воспринимает в движении. Ну не знаю, вот как-то так. Очень красивая концепция, мне очень нравится, что действительно мальчишки наряду со своим карате. Да. Пожалуй, надо было как-то балансировать еще и параллельно вот именно хореографии. Мне так кажется, да? Да. Мне кажется, это очень правильный подход. А вы не пробовали так синтезировать? Объяснять мальчикам, что, допустим, мальчик занимается там цигуном там или какими-то... видами спорта, там, боксом, гимнастикой, ему сказать, что твой бокс пошел лучше, если бы ты еще и танцевать учился. Потому что я помню Кассиус Клей, Мухаммед Али тогда, Кассиус Клей, на ринге. Вытанцовывал. Он такой легкий был. У него чувство гармонии было. Вот это поэтому был чемпион мира, выдающийся. Так у детей вот этому чувству гармонии учить. Мальчикам как раз-таки учить танцевать, а девочкам, может, надо учить и немножко боксировать. Бой с тенью есть у мальчиков. Да. Тренировка, бой с тенью. Ну, стоит девочка, например. Вот у нас есть по методу ключ, когда моделируется воображаемая деятельность, например, когда взрослый человек хочет там начальника своего побить, как в Японии куклу начальника. У нас есть элементы ключ 2, когда женщина это или мужчина. Ну, у нее начинается, когда она бы хотела наорать, побить кого-то. А я ей говорю, ты закрой дверь, чтобы никто тебя не слышал, и колоти воздух. Да. И разгрузись. Да, это им помогает моделировать воображаемые деятельности, играть в разные игры такие. Вот, может, девочке надо учить немножко боксу, колотить воздух, а мальчиков немножко учить танцам. Может быть, таким образом как-то вот мы попробуем с вами посмотреть этот подход, чтобы и мальчики к вам приходили, конечно. Да, и вот что интересно, вот я сейчас ставлю это, на 11 класс выпускной, значит, у них выпускной танец такой. Мальчики должны танцевать с девочками. Они не знают с девочкой, с какой стороны подойти. Ну, то есть, я им говорю, допустим, держи ее покрепче, ты же мужчина, ты же должен управлять партнершей. Ну, к примеру. Ну, какие-то вот такие вот они немножко такие... Скованные. Ну, они просто, как говорится, не в курсе. Не в курсе. Что делать с партнершей, да. Да.
Ну, давайте мы так сделаем. Вот так было бы интересно, если бы какое-то видео нам показали, как вы детей обучаете танцам. Как они там и элементы йоги у вас делают, да? Ну да, элементы. Ну, знаете как? Вообще, я вам скажу, что когда мы говорим, что занимаемся йогой, мы практически не йогой занимаемся, а мы занимаемся гимнастикой для йоги. Это две большие, как говорят в Одессе, две большие разницы. Да. То есть, я когда стал заниматься йогой, ну это лет 15 было, хотя в первый раз я услышал ее в начале 70-х, когда танцевал еще, мне говорят, вот йога там, тут. Я, ну, да, что, я танцовщик, не до того было. А потом там еще позыв был, скажем так, в 80-х годах, я взял какие-то движения для разогрева, ну, перед концертом. А потом уже вот 15 лет назад стал заниматься, ну, мне уже тогда было 55 лет, уже особо, так сказать, не достигнешь в смысле растяжки, значит, может, даже и не нужно это делать. То есть не нужно слишком форсировать. Ну, как потянулся, конечно, там что-то разработал, их хватит. А йога же, если по-настоящему, так скажем, взять ее, это связь, по сути дела, тела с умом, вот этот синтез какой-то, как я понимаю, управление. Переводится йога дословно, это узда. Ты должен сам себя, по сути дела, обуздать. Свое тело, свои, может быть, прихоти, ну, в общем, как-то вот так. А дети и йога, это, ну, как бы не сочетается. Гимнастика для йога, танцы, и у них, у меня, допустим, упор, в общем, на игры, то, что им ближе. Ну, йога, наверное, с детьми не сочетается в том смысле, что там есть определенная дисциплина тела, там надо, в отличие от цигуна, там неподвижные, статичные позы. Больше. Статичные позы для ребенка это сложно. Ну, конечно, ребенку двигаться. Интересно, да. Конечно, конечно. Я вас понимаю. Да, я понял. А сами вы занимались йогой, да? Я вот 15 лет, ну, как получилось? Я когда танцевал, немножко позанимался. Тайцзи Цуань еще в Одессе служил. Там немножко, так сказать, верхушек понахватался где-то чуть-чуть. А потом уже вот начал заниматься. По системе, значит, ну, есть вот такая система Сидерского в этом, в Киеве. Я к нему съездил на семинар, ну, на его учеников. Немножко так поднахватался и стал потихоньку сам вникать, сам восстанавливаться стал, потому что я вот в 95-м году ушел на пенсию, и уже лет 10, пока выживал в 90-е годы, уже немножко животик отпускался, ну, уже как-то оседаешь без физики. И потом, значит, вот я йогой подзанялся и немножко так себя восстановил. И какие-то есть возможность через йогу, я не знаю, какие-то колени болели, допустим, какие-то приседания научился делать, научился, ну, как-то с телом более-менее общаться так, поплотнее, я бы сказал. А вот как вы считаете, можно вообще не заниматься никакой физической нагрузкой и сохранять хороший тонус, хорошее состояние? Вот быть живым, подвижным, при том условии, если я моделирую, при том условии, что он не бегает каждый день, мужик, ну, например, ему 50, 30 или 20 или 40, ну, не бегает он, не плавает он, на турнике не подтягивает, а просто живет нормальной жизнью и делает какие-то легенькие упражнения, которые ему соответствуют, синхронно его состоянию. Ну, просто как вот легкие танцевальные движения, но которые ему подходят. Я думаю, что может быть, человек настолько индивидуален, что с одной стороны, с другой стороны, конечно, физическая нагрузка, она более конкретно тебя грузит, какие-то группы мышц, там, суставы и все такое. Конечно, я думаю, что лучше было бы, конечно, заниматься физикой на каком-то уровне. Не обязательно там, я не знаю, штанги тягать, но что-то делать. А, наверное, можно какими-то, особенно, что мне нравится, дыхательные упражнения. Это вот прямо ключ, слово ключ не использую. Это прямо вот что-то такое очень правильное, потому что... А вы ключ знаете, да? Ключ знаете, да? Я знаю ключ, ну, не знаю ключ, а вот, ну, ознакомился с ним, с ключом, вот через интернет, послушал ваши записи там 90-го, 91-го года, смотрю, что
30 лет, допустим, прошло, ваш ключ жив, значит, он работает. Ну, как-то вот так. Я Фома неверующий сам по себе. Я хочу сам попробовать, сам изучить это дело. Да. Ну, вы как, там знаете принцип какой? Там очень простой принцип. Из всех физкультурных упражнений, из всех танцевальных движений, из всех видов спорта вы подбираете себе те действия, которые наиболее вам приятны, наиболее подходят. Нас так никогда не учили. Да, потому что у нас была другая парадигма. Делай то, что тебе труднее, чтобы научиться преодолевать. Да. А здесь парадигма для того, чтобы восстанавливать силы, чтобы ты мог жизни преодолевать. Здесь как раз-таки обучается человек свободе, быть самим собой, понимать, что его тело просит, и подбирать те действия, которые ему подходят, как рубашка к телу. И они, получаются маленькие и очень эффективные. Они снимают зажимы и так далее. Так вот, я вам просто сейчас могу сказать, на чем последние достижения метода ключ основаны. Угу. Просто вы берете любые движения, примеряете их себе полминутки каждое движение, Ну, например, вот это движение, или, например, вот это движение, или, например, вот это движение, или, например, дирижирование, или, например, на коне скакать, или любое танцевальное движение. По полминуты себе примеряете, и вдруг вы замечаете, что вам так западает на коне скакать, прямо совпало, как по размеру ботинки. Или совпадает дирижирование, что-то из них совпало. Таким образом, вы подбираете путем перебора эти движения, те, которые вам западают, и их немножко продолжаете делать, потому что раз вам подходит, значит, вы делаете легко, свободно, приятно. Потом сели, посидели, взгляд сделали рассеянный, и как груз с плеч. Такая легкость появляется, такое состояние. Вот один раз попробуйте. Как это получилось? Вот это новое, это и в йоге нету, и в цигуне этого нету, вот такого принципа подбора путем перебора. Хотя, в принципе, вы в жизни это и делали. И много стилей йогов существует, и много стилей цигун существует. Почему? Не для того, чтобы человек их все прошел, а для того, чтобы он выбирал там то, что ему подходит. Абсолютно, да, тут я согласен, да. То есть ключ – это максимальное выражение идеи подбора путем перебора, то есть принципа проб и ошибок. Чтобы человек научился искать, подбирать и мыслить, а не только подражать. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Я когда посмотрел на вашу схему, что меня заинтересовало, вот я бы сказал так, состояние, потому что основная задача, основная идея, допустим, я вот цигун занимаюсь, да, к примеру, делаю эти упражнения, но в состоянии, может быть, если я в это состояние не попал, мое занятие, скажем так, ну... Ну, понятно. Тут так, я вам про это и говорю. Один путь попасть в состояние вот этого освобождения, это состояние внутренней легкости, это состояние нирваны или потока под Чинским Михаи, но уже в действии. Когда нирвана, это когда ты сидишь в этом состоянии. А когда ты в действии, ты в потоке. То ли рисуешь, то ли танцуешь, то ли разговариваешь в потоке. Yeah. Так вот, вопрос заключается в том, чтобы это состояние поймать. Первый подход, вот этот принцип подбора путем перебора, сам процесс вот этого перебора действий, он вызывает состояние, потому что вы сбрасываете стресс, напряжение и попадаете в это состояние. Это первый подход. Точно так же, как человек, когда в ритм бега войдет, у него тоже сбрасывается напряжение, он входит в состояние. А второй случай. Вы можете просто эту автоматизацию действий вызвать с помощью идиомоторных рефлекторных движений. Воображать, что руки пошли. А точнее говоря, желать, чтобы они пошли, и искать ощущение движения, отбрасывая все препятствия. Что этому мешает? Вот мешает, например, положение руки. Опусти. И вот не воображаешь, а ищешь ощущение движения. Когда ты настроишь, чтобы они пошли, ты углубляешься в это ощущение
и мысленно ищешь это чувство, когда оно двигается, и не заметишь, как ты уже там, в этом состоянии. Да. Ну, там вот несколько входов. Это войти в это состояние, вот это, я бы сказал, искусство. Это не так просто все. Вот для меня, для советского человека, скажем так. Давайте я вас сейчас прямо научу, и все. Это очень просто, когда знаешь как. Встаньте, пожалуйста. Так. Вот я беру 2-3 минуты времени на это всего. Встаньте, пожалуйста. Так, я должен... Ой, я так вот, что ли? Так, чтобы видно, как... Да. Да, если вы сейчас в нормальном состоянии, в обычном состоянии, да, то вы особой разницы не заметите. Почему? Ну, не болело и не болит. А вот если у вас было напряженное состояние, то вы заметите разницу, потому что все относительно. Вот у нас есть градусник напряжения, вот это 10, это шторм, а 0 – это штиль, тишина, покой, благодать. Но это 10, это у нас будет шторм. Шторм – это смятение, напряжение, страх, боль, что угодно. Это неприятно. А это максимальная свобода, максимальная, ну, внутренняя пустота, легкость, безмятежность. Вот вы сейчас, вот в данный момент, на каком делении находитесь? Я не знаю, ну, где-то посередине. У меня все, в принципе, как бы нормально, что ли. Ну, вот видите, нормально, да. Поэтому ждать, что сейчас будет резкий контраст, эйфория, да, это все равно, что туфли не жали, сняли туфли, но было легко ходить, и было, и сейчас легко ходить. А вот если они жали сильно, а вы сняли, вот тогда большая разница, тогда эндорфин включается, понимаете? Конечно. Я для чего вам объясняю. Вы там не ждите поэтому особого взрыва приятного состояния. Потому что оно у вас и так нормальное. Да. Я вам просто сейчас покажу, как это делается. И вы это сделаете, когда у вас будет зажим, напряжение, стресс. Угу. Тогда вы его одним движением снимете, и тогда у вас будет вот эта радуга. Угу. Да. Держите руки, как будто на воду положили. Да, это делается так, чтобы плечи не были напряженные. Да. Найдите положение удобное, да. И вы просто хотите, желаете, поищите ощущения, что они расходятся в разные стороны. И встаньте так, что когда вас начнет покачивать, чтобы вы не боялись, ноги пошире поставьте. И надо, когда начинает покачивать, прямо отпускать себя на это покачивание. Отпускать. Да. И воображайте себе, что руки расходятся. И никаких проблем там нет. Это очень просто, как детская игра. Вот видите, они не идут. Поэтому вы поищите другое действие. Например, разведите их, разведите. Ну, чуть ближе. Да, и пускай идут в обратную сторону. Вы просто прислушайтесь к ним и ищите ощущение движения. Ощущение. Вот пошли. Давайте. Молодец, нашли. Пускай продолжается. Видите, это у вас получается. Пускай продолжается, не прерывайте процесс. Не прерывайте, вот они идут. Видите? То есть в одну сторону не шли сразу, а в эту идут. Как мальчик коснулся друг друга. Давайте еще раз. Идут, да? Ну вот, правильно. А теперь вообразите, что когда вы их опустите, они начнут всплывать наверх, как у птицы крылья. Да. И вот, оттуда пускай идут наверх теперь. Вы сами не двигайте механически. Вы только вообразите, вы желаете, чтобы они шли, и они пойдут. Ну вот, смотрите сами краешком глаза, как на правую руку смотрите, идет? Потихоньку, да. А как вы хотите, чтобы они быстро шли или как? Нет, вы как хотите. Я хочу, чтобы он так, как есть. Ну вот оно идет. Видите? Но оно идет механически, вы их двигаете, или они идут рефлекторно, идеомоторно. Вот вы хотите, и она идет сама, как бы необычным образом, как бы без усилия мышц. Ну да. Есть немножко такое. Не, ну вы раньше так делали? Я пробовал делать, но понимаете, в чем дело, что здесь тонкая грань.
Или я держу, допустим, руки, я могу их как бы немножко и сам разводить. То есть... Не надо самому, не надо. Имитировать не надо. Сейчас я вам скажу разницу. Когда человек себе подыгрывает, и когда на самом деле идет на идеорефлексии. Когда он подыгрывает, у него все движения хорошо получаются. А когда на самом деле он ищет ощущение движения, они идут, то одни идут быстрее, а другие труднее. Потому что он себе не подыгрывает. Когда подыгрывает, у него все одинаково получается. А тут одни получаются, другие нет, понимаете? Ну давайте еще раз, пускай всплывают. Вот пошли, давайте, давайте. И вот когда тело начинает там покачиваться, оно у всех начинает покачиваться, вы себя туда отпускаете на эту волну, вы никуда не упадете. Но первый раз, когда люди делают, надо делать около дивана. Потому что бывает так понесет, и прямо человек может упасть. Надо обязательно около дивана. Ножки поставить пошире. Ну вот пошло, вы продолжайте. Дело в том, что тут спешить-то не надо. Тут надо дать волю этому процессу, потому что начинает разворачиваться доминанта подъема рук. Она начинает там вытеснять все другие, и вы выходите в это состояние. То есть некоторые люди по ошибке не дают себе время. Они попробовали одну секунду, не идет, все, не получается. Ну дай себе немножко, ну поживите с этим одну минуту. А теперь вообразите, что корпус вместе с руками делает поворот влево. Или вправо. То есть поищите, куда легче идет. И вот этот поиск, он как раз таки развивает творческую способность мозга. Вот, поищите, ну куда легче идет. Вы видите один маршрут, или влево, или вправо. А то вы и туда идете. Определитесь, куда вы хотите. Давайте вправо. Да, вот пошло, давайте. Он начинает качать. Видите, да? Молодец. Давайте, пускай поворот идет. А вот что вам в этот момент, с какими движениями хочется совместить? Попрыгать, побегать, чтобы потанцевать? Что вам хочется в этот момент, вот сейчас? Хочется расслабиться, вот такие волнообразные движения проделать. Ну так делайте, соединяйтесь с тем, что в организме потребность чего возникает. Поделайте, вы сейчас увидите новизну, что когда вы соединяете вот эти идеорефлекторные приемы и наблюдаете, что в организме хочется при этом делать, когда вы это соединяете, вы начинаете входить в поток. Вы сейчас почувствуете. Делайте, что вам хочется, делайте, наблюдайте за собой. А другой человек, который знает, что такое разные стили цигун, он скажет, так это же мастерская цигун. Да, а есть, знаете, спонтанный танец, когда люди начинают вот так вот разводить себе руки, вдруг их тело начинает диктовать, они начинают танцевать, а кому-то хочется плакать, а кому-то хочется смеяться. Да, там идет оздоровительный процесс. Что вам хочется делать? Мне хочется, чтобы руки были легкие. Ну так делайте. А вы соедините теперь с механическими движениями. Мы идеомоторные соединяем с механическими. Механические движения у нас есть самые простые. Хлёст руками по спине, знаете, да? Конечно. Да. Делайте попеременно те и другие, и вы увидите, как эффективность растет. Да, они же повторяемые движения. Соединяйте с идеомоторными. Сейчас вы увидите маленькое научное чудо. Так, давайте. Вот. Вы эти уже делали, да? Да. Я даже вашу методику довожу до своих, вот с кем я занимаюсь. Я им говорю, не говорю, что это. Я говорю, что это метод ключ, что ваш. Вот 5 упражнений мы по минуте делаем. Ну, как положено, значит, вот этот хлёст вперед-назад. Ну, это вот им помогает чем-нибудь? Нет? Ну, вот это вот. Но это им помогает чем-нибудь? Это вы про детей говорите, да?
Нет, про взрослых. А вы взрослых тоже обучаете, да? Да, у меня группа, вот я говорю, ЗОЖ, ну, взрослые уже женщины там, взрослые. Они там, тоже, что... они тоже танцуют там, да? Не, ну мы там ближе к йоге. Мы берем, значит, дыхательные упражнения. Берем, в общем, короче говоря, все, что... Берем массаж, массажные дела. Какие там... Да все, что хочешь. Растяжки. В общем, все, что... Все только... Все, что помогает здоровью. Ну, правильно, правильно. А ключ там чем помогает вам? А ключ... Я просто их знакомлю с этой системой. Я говорю, что есть вот такая система, которую я им преподать ее вот так как бы не могу. Я просто говорю, что есть такая система, вот, допустим, попробовали руки там разводятся, не разводятся, но я ее донести не могу так грамотно, скажем так. Ну, вот теперь это... сможете, вы им покажете, они посмотрят. Я как раз объяснял, как надо ноги поставить, как встать первый раз у дивана, как отпускать себя, если покачут, если не идет движение. Поискать другое. При этом надо именно искать ощущение движения. И не беспокоиться, притворяешься ты или не притворяешься. Не об этом же надо думать. Надо думать о том, чтобы оно пошло. И самое главное в этот момент параллельно думать, а зачем ты это делаешь. Ты думаешь, что ты это делаешь для того... Я специально сейчас наговариваю, чтобы вы могли им показать, чтобы они как маленький урок у нас был. Ты, например, какую-то цель имеешь, какую-то мечту. И вот параллельно, раздвоив внимание, ты одновременно ищешь движение, чтобы оно пошло. Это средство для достижения той мечты. Потому что тогда получается, что когда рефлекс начинает идио, это образ, что рука пошла, моторная реакция автоматически, идиомоторные движения, или это рефлекс двигательный и цель. И получается, что ты устраняешь на пути к своей мечте препятствие. Там в мозге происходит переключение доминант. И потом у тебя, ты потом села, первый раз, когда делаешь, села, взгляд сделала рассеянный, думаешь, о чем думается, и вдруг появляется такое комфортное состояние, и ты опять о мечте своей подумал или подумала, и она уже тебе достижимее, чем была. То есть у тебя появляется уверенность, что ты это сделаешь. Я этим постоянно пользуюсь, поэтому я каждый раз новый контент делаю для видео, каждый раз новую картину рисую, каждый раз там что-то свои какие-то книги пишу. То есть это очень помогает. Потому что думаешь о мечте своей в этот момент, одновременно делаешь эти упражнения, идиомоторные или моторные повторяемые. Это способ для раскрытия своих творческих способностей и талантов и ускорения достижения мечты и обретения уверенности в ее достижении. Вот это все им покажите, они с радостью это будут делать. А вы нам, пожалуйста, запишите, как вы детишек обучаете. Это удобно вам? Можете так сделать? Нет? В принципе, могу кусок. Да. Ну, у нас в основном ритмика там... Движения всякие разные, игры, причем такие игры, ну, всякие разные. Можно записать кусочек. Да, и вот у меня дочка Шейла Алиева, она психолог. Ага. И сын Алена Алиева, он тоже психолог. И они в процессе становления психологами, и когда уже стали работать психологами, они тоже с детьми работали. И моя дочка Шейла, она вот... Ну, во-первых, дети, которые плохо спят, или там какие-то проблемы были, там инурез, там какой-то маленький детишек. Ну, они делали вот стоя вот эти вот шалтай-болтай, и потом они играли птичек там. То есть, я моторику, если включать в детские игровые игры, то они одновременно оздоравливаются. Да. Да, у меня много этих видео было, я вам потом покажу. Ну, давайте будем сотрудничать. Это вот то, что вы делаете, очень важное дело. Очень, настолько важное сегодня дело. Люди устали от лекарств. У людей нет времени заниматься какими-то видами спорта в этих фитнес-клубах. Нет бассейнов, бегать туда каждый день и так далее. Это денег много стоит. А то, что вы делаете, это просто прекрасно.
Да, я понимаю, понимаю. А скажите, пожалуйста, вы из Махачкалы, скажите, пожалуйста, вы не знаете такого, у меня жена наполовину дагестанка. Да А вы что ты? никогда не встречали, это самое, сейчас скажу, Батрутдина Магомедова. Он поэт, он с Расулом Гамзатом даже что там общался, не знаю. Он поэт, он уже, правда, умер 3 года назад. Но вот дагестанец тоже, он это, кумык, кумык вот так. Понятно. Ну, наверное, если бы я фото сейчас увидел, я бы Ну сказал. да, наверное, наверное. Конечно. А вообще вот, вообще интересно, я на что обратил внимание, что за последние годы, там 5-10, наверное, лет, все абсолютно психологи, тренеры, все говорят, что бы ты ни делал, должен получать удовольствие от этого. Иначе бесполезно. Так я же и учу этому всех уже Да, 30 лет. вот так вот я и говорю, что меня этот момент, вот этот вот какой-то внутренний, как бы так сказать, ну, радости, что ли. Потому что, с одной стороны, физиология, когда там много работаешь, там пот, какие-то выделяются гормоны радости, там одно дело. А другое дело, что ты должен как-то себя приучить, вот находясь в этом состоянии, вот в вашем состоянии, я бы сказал так, получать удовольствие. Это вот очень важный момент. Не, сейчас момент. Если вы будете именно так настроены, что это надо, понимаете как, у вас есть, допустим, какая-то сверхзадача главная. Допустим, у вас есть главная задача, которую надо решить. И если, когда вы ее решаете, время от времени делаете эти упражнения, вы ее решите быстрее и лучше. А если эту сверхзадачу, которая у вас есть, вы поменяете на цель получать во время упражнения удовольствие, у вас там главная задача в голове. Это метод для того, чтобы эту главную задачу быстрее решить. Например, дом купить, построить там, ребенка вырастить в институт, чтобы он поступил, чтобы он определился в жизни. У вас главные задачи. Не надо их менять на ставить упражнение выше главной задачи. Это упражнение, это помощь, которая поможет вам главной задаче, сверхзадаче. И вот когда человек их делает с этим настроем, он будет подбирать наиболее легкие для себя упражнения, потому что у него нет времени для того, чтобы там по 2 часа йогой заниматься и так далее. У него есть главная задача, а не йогой заниматься. Йога – это помощник жизни, а не жизнь. И вот с этим подходом, когда вы подбираете себе то, что вам легче, у вас и получится именно, что вы будете от них удовольствие получать, потому что вы не подменяете главную задачу. Алло, мы сейчас с вами встретимся, просто у меня там люди, Хорошо. у них паники или еще чего-то, они ждут, пожилые тоже люди там могут быть. Извините, я вам так благодарен, просто вы не представляете, потому что это был у нас с вами такой серьезный разговор, очень серьезный разговор о физическом воспитании, эстетике, о культуре, здоровье. Да, я вас жду, давайте мы еще потом поговорим. Хорошо, спасибо. Видео с детишками покажете, хорошо? Хорошо, Обнимаю, спасибо. я очень рад, что Спасибо вы большое за познакомились. общение. Спасибо. Дайте ваши хэштеги или то, что о вас написать, и мы прямо прикрепим там, чтобы люди вас знали. Может, кто-то захочет вопросы задать, позвонить, обратиться. Мы напишем там все ваши данные, если хотите. До встречи. Хорошо. Вы мне пришлите, Спасибо а? большое. Спасибо. Спасибо, до свидания.